Всем привет, друзья! Сегодня юбилейный выпуск Аквамена. Сегодня мы наконец запускаем наш аквариум. Итак, у нас имеется аквариум. Одна штука крышка, одна штука ведро с песком, одна штука коряга отмоченная, две штуки. Удобрения 100 штук. И растения много. Также еще растения в стаканчике. Нитки, камень, ножницы, бумага, пленка. Вот наших удобрений. Итак, приступаем. Для начала нам нужно взять наш песок и транспортировать его в наш аквариум. Это можно делать щепотками, а можно взять и высыпать сразу все ведро. Чуть-чуть разровняем. Дальше удобрения. Сначала их нужно все распечатать. Оп! Высыпаем и вдавливаем. Я это ускорил и вырезал. Да. Итак, грунт с удобрениями. Теперь вставляем наши коряги. Желательно заранее посмотреть на фотографию, когда вы их примеряли, чтобы вспомнить, как они стояли. Да, все, я посмотрел и поставил по-другому. Далее берем нашу пленку, в которую пришли удобрения, стелим ее и наливаем в воду, чтобы не размыть наш грунт. Наливаем где-то сантиметра 4-5 выше грунта. Так удобно будет садить растения. Достаем нашу пленку и сейчас я покажу вам, как мы будем привязывать на корягу мхи и папоротники. Первым у нас растет в корягу папоротник тайландский. Вот я его достаю, прикладываю и просто привязываю. Нитки у нас не натуральные, потому что натуральные через 2 недели сгнивают, а какие-то искусственные. Все, привязали, узел завязали и отрезали нитку. Красота. Теперь берем наш стакан с мхом. Это мох Physidens Fontanus. Раскладываем веточки. И также нещадно его приматываем. Мотайте покрепче, друзья. Ему от этого хуже не станет.
Все примотали, завязали, отрезали. Кстати, приматывать можно леской. Просто леска закончилась. Кто-то умудряется приклеивать суперклеем. Каким-то образом. У меня почему-то он все время сворачивается в воде. И не получается нормального соединения. Да, кстати, не забывайте все это опрыскивать святой водой. Или на крайний случай обычной водой. Чтобы все это не засохло. Так, теперь остальные растения. То есть берем длинные, нарезаем на несколько частей, собираем в кучку и вталкиваем в грунт. Весь процесс посадки я вам не буду показывать, это очень нудно. Просто покажу, какие растения и как их в принципе садить. Так, Людвигия аркуата, тут у нас Погостимон октопус, Ротала Бангладеш. Опрыскиваем. И криптокарина. Да, криптокарина. Длинные корни желательно чуть-чуть подрезать. Еще одна криптокарина. Так, теперь гидрокатил. Формируем опять-таки пучок. У нее как таковых корней нет. И вдавливаем тоже в наш грунт. Элеохарис крошечный. Разделяем на мелкие пучки. Так он быстрее приживется. И тоже садим. И решил я примотать еще мох на пару камней. Это даже не мох, это папоротник Ломариопсис. Все, просто берем, приматываем. Впоследствии он должен образовать красивую кочку. Зеленую. Камни закладываем в дырки. То есть туда, куда мы не садили растения. Или просто не смогли посадить. Далее стелим нашу любимую пленку и заливаем водой почти до краев. В итоге у нас получается что-то такое, вот такое. Что-то такое мутное с пузырьками на стенках, но зелено-красное. Будем смотреть, как все это будет расти. Спасибо, что были с нами. Ставьте пальцы вверх.